Значит, пишите научную работу. Да, я хочу закончить исследование и начать все с чистого листа. Понимаю. Пациентка у нас уже 3 недели. Нашли у железной дороги на насыпи. Угу. На теле многочисленные ссадины. Видимо, скатилась по гравию. Также на теле пациентки обнаружены шрамы от ожогов. Судя по всему, давние. Угу. Ну а так как у нее полная потеря памяти, выяснить их происхождение мы не можем. А полиция? Ничего. В списках разыскиваемых ее нет. Если за месяц не узнаем, кто она, то сдадим ее в психоневрологический интернат. Ясно. Это бесполезно. Я ничего не помню. Со мной уже 100 раз и врачи, и психологи общались. Не помню ничего. Белый лист. Я не помню даже, как меня зовут. Пожалуйста, не мучайте меня. Мне надоело. Я не буду вам задавать никаких вопросов. Давайте просто порисуем. Я не умею рисовать. Но вы ведь это тоже не помните. А что рисовать? Семью, счастье, все, что в голову придет. А теперь нарисуйте страх. Ничего не получится с вашим методом. Все, хватит. Ну почему же? По вашим рисункам я могу сказать, что у вас есть любимый мужчина. И ваши с ним чувства взаимны. Детей у вас, скорее всего, пока нет. И что? Что это дает? Я ничего не вспомнила. Да, пока немного. Но почему вы нарисовали мельницу? Что вы при этом чувствовали? Я не знаю, вы сказали рисовать первое, что приходит в голову. Я рисовала. Яна, привет. Это тебе. Ты чего это вдруг? Первый рабочий день все-таки. Спасибо. Так мило. У меня еще кое-что для тебя есть. Что, еще сюрприз? Ну, можно и так сказать. Поехали. Как дела на работе? Интересная пациентка. Полная анамнезия, ничего не помнит. Вот я рисунок. Меня только мельница смущает. Ну, понятно, что это вечное движение, цикличность, возрождение. Святое место и в то же время нечистое. Но какое оно может иметь значение в жизни современной женщины? Мне кажется, ты слишком глубоко копаешь. Может, это просто мельница и все. Ну, где-то она ее увидела, запомнила. Бывает. Ну да, может, ты и прав. А где она могла ее увидеть? Ну, в Подмосковье есть несколько. Одна в селе Молоково. Да, там возле храма есть ветряная мельница, очень на эту похожа. А мы можем туда съездить? А ты ничего не забыла? Нет. Даю подсказку. Сюрприз. Мы будем стрелять из лука. Ты где свой диплом психолога купила?
Поехали. Ну, как тебе в целом? Хорошая. Такая светлая. Нам надо решить, где мы детскую сделаем. Потому что времени не так много осталось. И я хотел побыстрее купить, чтобы успеть до рождения ребенка. Ну, и чтобы мы могли въехать сразу после свадьбы. После чего? Свадьба. Игорь. Понял? Подожди. Я тебя люблю. А ты понимаешь, что... Может быть, ребенок не от тебя. Ты к этому готов? Ну, конечно, готов. Я справлюсь. Ну, ладно. Подожду. Нет, не надо ждать. В смысле, это ответ нет? Да. Ну, по-моему, эта комната подходит для детской. Ты серьезно? Да. А что? По-моему, я поспешил с предложением. Чего? Так, короче, пацаны, вы давайте вниз, а я на краю буду делать стойку на руках. Дусь, снимаешь. Ой, хорэ, Гнать, облажаешься. Там же 5 метров, дофига. Так, ладно, лезь, шашлык, потом посмотрим. Миша, что у тебя? Документов нет, личность не установлена. На вид 40 лет, под платье многочисленные колотые раны. Платье при этом чистое, без порезов. Крови вокруг тоже нет. Следовательно, ее уже мертвую переодели и привезли сюда. Ну что, все понятно. Ревнивый муж узнал, что есть любовник. В порыве ревности схватился за нож, а тело потом подбросил сюда на стройку. Как все просто у тебя. Ну или наоборот. Любовник. Она сказала, что не уйдет от мужа, тот за нож и... Может, для начала установим личность погибшей? Вдруг окажется, что она не замужем или вдова? Миш! Надо позвонить Левину. А что это с Ольгой Сергеевной? Первый раз ее такой вижу. Ничего. Запиши в протокол. Людмила Викторовна Кочергина в девичестве Захарова. 80-го года рождения. Ты однокурсница наша. Согласно предварительной экспертизе, жертва была убита вчера. Скорее всего, на стройку тело подкинули уже мертвым. На теле жертвы обнаружены многочисленные колотые, резанные раны. Ну какая она жертва? Это же Людка наша. Капитан, я прошу оставить свои эмоции при себе. Какие есть версии? А какие версии? И так же все ясно.
У него ж не получилось 16 лет назад Людку убить. Так он решил сейчас ее зарезать. Думаешь, это Вадим? Он не остановится, пока своего не добьется. И самое главное, место. Это же то самое место, где был ресторан, где все произошло. Мам, продукты можно было в интернете заказать. Зачем ты тащила тяжелые сумки? Да. Мне было бы гораздо легче, если бы ты не съехала от меня. Мама. Ты, кстати, УЗИ сделала? Ну, понимать, мальчик, девочка. Мне было некогда. А я считаю, что тебе надо сделать тест ДНК. Мы должны знать, кто отец. Это мой ребенок. Этого достаточно, мам. Ты Левина спросила? Игорь сказал, что он будет любить его как своего. Правда? Все, мам, мне пора. Куда пора? Что значит пора? Ты же обещала больше никаких расследований. Это моя пациентка. Я должна ей помочь. Ульяна! Вадим Ленер. Напоминаю хронологию событий. 16 лет назад в ресторане «Арлекин» на встрече выпускников Ленер неожиданно набросился на свою однокурсницу Людмилу Захарову. Чудом не убила. После чего направился домой, где жестоко расправился со своей беременной женой Олесей, дочерью профессора Кочергина, декана юридической академии МВД. Ленер был осужден. Год назад освободился по УДО. С чего он тогда головой поехал? Блестяще учился. Женился на дочке декана. Следствию так и не удалось выяснить мотивы преступления. Это ж надо. Отсидеть 15 лет, выйти и добить вторую жертву. Это ж надо быть совсем психом. Тварь. Игорь. Что Игорь? Оля. Ножевые ранения и место, все сходится. Нужна доказательная база. Сейчас ее нет. Только твои эмоции. Кто-то должен сообщить Кочергиным. Давайте я. Я сам. У вас дверь была открыта. Я знаю, почему ты здесь. Люду убили. Откуда ты знаешь? Папа сказал. Ну, что сказать? Спасибо родной академии. Вроде бы недавно выпустились, а уже много умеем. Ну, я, по крайней мере, о себе. У меня все супер! Да я скажу. Всем привет. Ой, мы все очень классные ребята. Но Людка, она круче всех, потому что ей всегда везет. Людка, блин! Потому что Людка у нас
самая умная и самая талантливая. Да, Люда? Да. Согласен. Ром, давай, скажи. Дорогие друзья, а сейчас в кадре вы увидите звезду нашего курса Вадима Лейнера. Этот подлец не только хватил красный диплом, но и точку декана. О, Владик, давай, встань ровно, в камеру смотри. Скажите, как поживает супруга Олеся Николаевна? Слышал, вы скоро станете отцом. Шут гороховый. Кром, у нас сегодня в ударе. Хорош, расслабься ты уже. Танцуем? Давай. Это папе прислали. Я не знаю, кто. Номер незнакомый. Там внизу было сообщение. Соболезную вашей утрате. Можно я поговорю с Николаем Андреевичем? Папу забрали в больницу. Игорь, он больше не выдержит. Он после смерти Олеси еле выжил. Хорошо, что на Люде женился, она хоть как-то держала его на плаву. Все повторяется. Опять. Невыносимо. Мам, привет. Митя. Здрасте. Привет. Что случилось? Что-то с дедом? У деда давление подскочило, его в больницу увезли. Угу. А вы кто? Игорь Левин, я из полиции. Я учился в академии у твоего дедушки. Что происходит? Я же вижу, что-то случилось. Я сейчас... Извините. Мам, что случилось? Да, Гром. Тихо. Короче, я все узнал. И адрес, и телефон Лейнера. Все выяснил. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы ее знаете? Конечно, Нина Павлова. Они с мужем мои соседи. А я не знала, что она пропала. Смотрю, не видно ее совсем. Думаю, может, заболела. Спросила у Александра. Он как-то ответил неопределенно. А Александр – это ее муж. Прекрасный человек. Mm-hmm. Всем бы таких мужей. Врач и реабилитолог. Вроде он когда-то и Нину лечил. А что с ней было? Ну, подробностей я не знаю, но прекрасная семья. Правда, в последнее время у них было как-то не очень. Что такое? Ну, раньше как-то я всегда их встречала вдвоем. А тут и Нины совсем не видно, и муж постоянно пропадает на работе. Может, потому что детишек нет. Ну, вы знаете, детки, они все-таки объединяют. Да. А вы не подскажете мне, а где их дом? Вот прямо... И справа номер 7. Спасибо большое, спасибо вам. Хорошего дня. До свидания. Нам ему предъявить нечего. Что мы ему скажем? Походу разберемся. Слушай, Игорь, Лейнер крутой чувак. Занимается финансовой аналитикой. За этот год так поднялся, нам с тобой и не снилось. Вон, рейстик открыл. И? Да это к тому, ему есть что терять, понимаешь? Зачем так полиция убивать Люду? Левин!
Гром, я должен с ним поговорить сам. Ты же понимаешь. А я тебя ждал. Давно не виделись. А я не скучал. С юмором у тебя всегда было неплохо. Присаживайся. Отметим встречу. Обойдемся без церемоний. Где ты был вчера вечером? Что вот так прям сразу допрос? Ох, Левин, Левин. Ну, а в чем, собственно, дело? Ты знаешь. А, ты про Людмилу. Жуткая, жуткая история. Подростки в интернете видео выложили. Странное поколение, да? Ничего святого. А сообщение Кочергиным тоже подростки? Встреча выпускников? Нет, конечно. Это я послал. Так сказать, жест сочувствия. Хотел напомнить им прекрасные времена. Я тут видео пересматривал. Думаю, тебе тоже будет интересно. Ребята, чуваки, ну давайте. Я снимаю. Эй, ну-ка, на меня посмотрите. Вас снимает нескрытая камера. Люда, Вадик, не отрываемся от коллектива. Веселимся, вы чего? О, Левин, опять ты? Давай, зажигай огни на небосклоне. Красава. Так, а вот тут у нас что? Романтик намечается? Ну, целуйтесь, вы чего? Пусти, тебе сказал. Пусти меня. Вадик. Пусти. Вадик, ты чего? Не подходи! Люда! Ты не встаешь! Можешь бросить! Люда! Руки, помогите! Чего вы встали? Помогите ей! Ты меня слышишь, Люда? Люда! Она дышит! Не отключайся! Люда! Что стоите? Скорую вызывайте! Быстро! Звоните в скорую! Сделайте что-нибудь уже! Хватит снимать! Эх! Золотые были времена, правда, Игорек? Может, все-таки выпьем за них? Я еще раз тебя спрашиваю, где ты был вчера вечером? Ну, скучный, скучный ты какой-то стал. В Лондоне. Всю неделю финансовая конференция. Утром прилетел. Врешь, Лейнер. Я тебе ни секунды не верю. Может, ты на нары захотел? Так я тебя устрою. Ну, какой мотив ты мне предъявишь? Ты же даже не знаешь, почему я это тогда сделал. Ну что? В отделении оформим незаконное задержание. Только ты учти, тебе потом передо мной извиняться придется, на коленях ползать. Это ничего? Посмотрим, кто за кем ползать будет. Ты не пропадай надолго! Я скучать буду. Александр, я не понимаю, почему вы не объявили Нину в розыск? Мне и в голову не пришло, что с ней что-то случилось. У вас пропала жена. Вы считаете это нормально? Послушайте, мы с Ниной разъехались месяц назад. Вернее, она от меня ушла. Собрала вещи и попросила ее не искать. Что, вы так просто без объяснений? В общем, да. И вас это устроило? Александр! Александр, вас это устроило? Конечно, нет. Но спрашивать бесполезно.
Нина была настроена решительно. И потом, я считаю, на человека давить нельзя. Нужно дать ему время. Здесь. Я Саша, твой муж. Ну а как вы могли за целый месяц ни разу ей не позвонить? Послушайте, я хорошо знаю Нину. Если она все решила, ее лучше не трогать. К тому же она сама обещала выйти на связь, когда будет готова. Может, ее вернуть домой? Родные стены, знакомые вещи помогут вернуть ей память. Нет, нет, я бы на вашем месте этого не делала. Реакция на возвращение домой может быть какой угодно. А если это будет истерика или нервный срыв? Мы же не знаем, что произошло с Ниной. Алиби Ленера подтвердилось. Он был в аэропорту. Игорь, я понимаю, это дело для тебя личное. Давай все-таки попробуем абстрагироваться. Что касается других версий. Людмила возглавляла фонд помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. И в последнее время ей угрожали. Анонимные звонки, письма с неизвестных адресов. Думаешь, кто-то из абьюзеров решил ей отомстить? Вот это я и хочу выяснить с вашей помощью. Левин. Я все понял. Игорь, а почему тебя так экстренно вызвали из отпуска? Да там ребятам надо было помочь по работе. Как твоя пациентка, кстати, поживает? Нина! Я нашла ее мужа. Мой метод работает. Я по рисункам поняла, что у нее любимый муж и загородный дом. А ты чего такой грустный? Нет, все в порядке, я устал просто. Угу. Да, мама. Привет, Ульян, как себя чувствуешь? Я прекрасно. Я тебя записала завтра к врачу на УЗИ. Мам, ну я же тебе сказала. Никаких возражений. Завтра в 9. Адрес клиники пришлю. Пока. Мам! Я завтра ни на какой УЗИ не пойду. Так, второй триместр, 13-14 недель. Патологии развития плода нет. Аномалии развития нервной трубки не обнаружено. И околоплодные структуры в норме. Положение сердца верное. Размер соответствует норме. Все у вас хорошо. Скажите, а пол уже можно определить? Так, если покажет, посмотрим. Папа, наверное, хочет сына или дочку? Лучше девочку. Ну, давай, малыш, покажем папе, кто ты у нас. Нет, пока не хочет. Отвернулся. Я все понимаю. Ты хочешь девочку? А? Потому что мальчик может быть похож на Егора. Игорь, прости, я все время об этом думаю. Ульян,
Я... Извини. Да? Алло, Левин, ну ты где вообще? Уже фонд должны ехать. Да, я помню. Сейчас подъеду. Сергей Николаевич! Да? А где Нина? Муж забрал ее утром домой. Ну, мы ж с ней не закончили. Это слишком рано. Она должна вспомнить, что с ней произошло. Вот, думаю, вспомнит. Все лучше, чем в казенной палате. Иди и есть, пока борщ горячий. Тебе за двоих сейчас надо. Пещера – это древний двойственный символ. Начало и конец бытия, зарождение новой жизни и погребение. Там проводились оккультные обряды. Посвящаемый входил в пещеру, как в могилу, а выходил рожденным заново. А в случае с Ниной, может, пещера – это конкретное место, где с ней что-то произошло? Ой, как плохо, что Александр забрал ее домой так рано. А может, правильно сделал, что забрал? Иногда лучше не вспоминать кошмары, которые с тобой случались. Лишний стресс. Пойдем есть. Хорошо, что ты дома, Нин. Я без тебя тут места себе не находил. Мам, ты права. Я каждый день думаю о Егоре и вспоминаю, что произошло. Мне хочется однажды проснуться, чтобы всего этого не было. Девочка моя, я понимаю, что тебе очень непросто. Ты знаешь, я хочу тебе сказать. Ой. Мам, я сейчас. Алло? Да, Александр? Что? Здравствуйте.
Так, спасибо, что приехали. Да только вас надо срочно привязать. Это ерунда, со мной все в порядке. Меня больше беспокоить не надо. Пойдемте. Нина, здравствуйте. Это Ульяна. Помните, мы с вами общались в центре реабилитации? Я не понимаю, что могло случиться. Она сидела спокойно, смотрела семейный альбом с фотографиями. Нина, откройте, пожалуйста. Вам здесь не угрожает опасность. Надо что-то делать. Пусть оно уйдет. Александр вышел. Я здесь одна. Установили личность одного из абьюзеров, который угрожал люди. Сергей Молохов, 50 лет, бывший спортсмен. Спился, ушел с большого спорта. Несколько приводов в полицию за побои жены. А жена заявление подавала? Подавала. Но потом забирала обратно. Месть за жену, что ж, вполне себе мотив. Это же бред! Притянуто за уши! Левин, у Лейнера алиби. А исполнитель? Он же мог кого-то нанять. Возможно. Но сначала отработаем Молохова. Раньше-то он нормальный был. Это когда из сборной его поперли, с катушек слетел, пить начал. Чуть что, сразу руки распускает. А вы обращались в фонд помощи к Людмиле Кочергиной? Да. Людмила Викторовна очень хорошая женщина. Она меня убедила от него уйти. Я даже жила у нее дома несколько дней. А что же вы обратно к нему вернулись? А я не могу у чужих людей все время жить. Хорошо, хоть Молохова дома нет. А где он сейчас, не знаете? На даче, наверное. Звоню наш. Давай. Все, уснула. А я пытаюсь понять, что же могло спровоцировать приступ страха у Нины. Я ума тоже не приложу. Сами видите безопасные снимки, наши поездки, встречи с друзьями. А это кто? Это Вероника Шульц, одна из бывших моих пациенток. Режиссер-документалист. Я со многими пациентами дружу после терапии. Ну, так как-то получается. А это? Это тоже наши общие друзья. Леонид и Галина Рауш. Помогите! Все, тише, родная, тише. Я рядом.
все хорошо. Все хорошо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Есть новости по результатам вскрытия Людмилы Кочергиной. Эксперты считают, что раны нанесены необычным ножом. Слишком острое лезвие. Сталь такой быть не может. Но это еще не все. На спине и плечах Людмилы обнаружены следы клеймения. Чего? Шрамы от ожогов в виде символов. И что значит эти символы? А вот тут уже нам придется обратиться к Ульяне Игоревне. Нет, это исключено. Игорь. Я сказал нет. Нина пережила пожар. После этого у нее на теле остались следы ожогов. Но этих шрамов раньше точно не было. Врачи сказали, она шла вдоль железнодорожных путей. Прохожие ей кричали, мол, электричка, но она никак не реагировала. Поезд промчался мимо. Хорошо не задел. Потоком воздуха ее отбросило на крови. И, видимо, это следы от падения. Нет. Вот этот шрам, например, напоминает глаз. А вот здесь, кажется, крест.